Selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda Adelina var. Adelina'ya bugün okul hakkında sorular soracağım. Üniversite hakkında. Bakalım bir Rus'un ağzından ne gibi şeyler duyacaksınız. Ben alt yazı ekleyeceğim zaten. Bakalım Kazan Federal Üniversitesi bildiğiniz gibi mi? Kazan'daki diğer üniversiteler bakalım duyduğunuz bildiğiniz gibi ve nasıl? Güzel mi, kötü mü? Her yanını soracağım. Bakalım nasıl, ne gibi cevaplar alacağız? Ben de çok merak ediyorum. İsterseniz direkt videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Rica, ben abone ol. Evet arkadaşlar, şimdi ilk sorumuza başlayalım. Adelина, рассказывай о себе немножко. Всем привет, меня зовут Аделина, я учусь в Казанском федеральном университете в институте физики. Я закончила бакалавриат, то есть отучилась 4 года, и сейчас я учусь в магистратуре на первом курсе по той специальности. Вот. И сейчас занимаюсь научной работой. Отлично. Спасибо. Вот, скажи мне, пожалуйста, как вы думаешь, образование здесь качественное или нет? Именно образование физическое? Общее, да. У тебя уже 5-й год уже? Да. Вот. Как ты думаешь, как сочетаешь? Я считаю, что оно качественное, но очень сильно это зависит от студента, потому что если ты сам не будешь учиться, да, это будет очень зря. И где-то 30% дает университет, и 70% только если ты сам учишься, то тогда общее образование в целом будет достаточно качественное. Самое главное, имеешь в виду желание, да? Обязательно. Без желания вообще никуда. Аделина, сколько стоит образование вообще общее? На нашем направлении где-то 150-170 тысяч в год. Но я учусь на бюджете, то есть я учусь бесплатно. Молодец, умничка, поздравляю. Спасибо. Понятно. Магистратура тоже так? Магистратура тоже платная, по-моему, магистратура даже дороже. Еще дороже, да? Ты сейчас где живешь? Я живу в общежитии деревни Россиады. Древние Россиады, да? Как все живут там? Sizin de yaşayacağınız arkadaşlar, hazırlık öğrencilerin de yaşayacağı Древние Универсиады yurdunda kalıyormuş. Peki soralım, как думаешь, там условия нормальные? Отличные. Это самое лучшее общежитие в России. Очень интересно, например, есть некоторые общежития, условия вообще плохо и дорого. Да. Вот здесь, наоборот, условия классные и дешевые. Почему так, ты знаешь? Почему? Наверное, потому что государственное общежитие, поэтому не дорого. Наверное, да. А примерно сколько человек там живет? А, вообще? Вообще, имею в виду, да. В ДУ? Я не помню, но что-то там 10 тысяч где-то. Где-то 10 тысяч. Да, больше 10 тысяч, да. А у вас какие условия в Древней Универсиады? У нас есть многоэтажки, пятиэтажки. В пятиэтажках есть в каждой комнате кухня, а в многоэтажке на этаж где-то 3-4 кухни, то есть по 2-3 комнаты. Вот, спорт можете заниматься вообще? Да, там есть много площадок, и волейбольная, и тренажерная. Баскетбол, и просто... тоже есть. Баскетбол тоже есть. Есть, да. Бегать можно. Большое пространство для спортсменов вообще отлично, потому что мы живем вместе с Академией спорта, которая занимается спортом. Комната вообще максимум сколько человек? 4, наверное? Максимум 4, да. Но есть комнаты в многоэтажках 2 плюс 3, то есть 5 даже могут жить. Может быть 2 плюс 1, может быть 2 плюс 2, 2 плюс 3. Аделина, почему ты именно поступил в Казанский федеральный университет? Почему? Во-первых, уровень образования высокий. Вот. Во-вторых? Во-вторых, хорошие условия для проживания, потому что первокурсников обязательно заселяют в деревню Сиад. И второй? А потом, если ты хочешь остаться в деревне Сиад, тебе нужно быть активистом или спортсменом, вот как Кирилл, например, или я. Мы в сборных состоим университета, поэтому у нас есть как бы небольшая, плюс такой, потому что мы в сборных, поэтому нас могут заселить в деревню Сиад. Остальные, если хотят продолжить там? Да, если ты не в сборной, например, то тебе нужно быть активистом в баллы, ДУ, да, набирать баллы на мероприятиях, иногда уборки бывают в деревне Сиад, вот. Ты набираешь баллы, и по этим баллам, по рейтингу тебя заселяют или не заселяют. Yani arkadaşlar, yurtta kalmanız için, zaten birinci sınıfta direkt yurt veriyorlar size, ama ikinci sınıftan sonra Adelina'nın söylediği gibi ya sporcu olacaksınız ya da toplantılara katılacaksınız. Toplantılara gireceksiniz puan toplamak için. Puan toplayamazsanız kalamıyorsunuz. Yani aktivist olman lazım, aktif olman lazım. Mesela yazları mesela ya da kışları sonbaharda yapraklar dökülüyor mesela. Onları bile temizlediğinizde puan geliyor. Ya da bir yerde bir sunum oluyor, oraya katıldığınızda puan geliyor. Toplantılara gittiğinizde puan geliyor. Yani yurtta devam etmek istiyorsanız, yurtta yaşamak istiyorsanız puan toplamanız lazım oluyor. И у меня ещё вопрос, если можно? Конечно. Короче, после учёбы у тебя время остаётся со своим делом заниматься? Сейчас в магистратуре времени больше, да. Но с первого курса у меня тоже было время вечером на тренировке оставалось.
но учебы у меня было очень много, у меня было 6 дней в неделю учебы, вот, но она вся была в первой половине дня, то есть там с 8.30 до максимум до 5 вечера. У меня все 4 курса были первая смена. А, первая смена. Например, у меня третий курс начал в 3 смены, короче, вот, после обеда у нас начинает пара до 9. Ой, это ужас, я неудобно. Не люблю. Да, неудобно. Yani arkadaşlar onların şeyleri var. 1'den 4'e kadar sabah okula gitmişler. Ama benim mesela 3. 4. sınıftan sonra 3. sınıfta bir şey başlıyor. Öğleden sonra ders gitmeye başlıyoruz ve akşama kadar okuyoruz. Bunun rahat olmadığını anlatıyor. Bu şekilde. İşe вопрос, если я, короче, ты же спортсмен, да? Хочешь заниматься спортом? Да. В университет? Да. А есть такого отдела, чтобы идти вот там заниматься? Да. Как у нас, например? Есть. У нас очень много сборных по разным видам спорта. Футбол, волейбол, баскетбол, танцы тоже есть сборная по хип-хопу, где, собственно, я и занимаюсь. И если ты не спортсмен, то ты тоже можешь заниматься в творческой деятельностью, то есть выступать на концертах, студвёсны, дни первокурсника. Если ты любишь рисовать, ты тоже можешь участвовать в студвёснах и рисовать, например, декорации, заниматься. И если у тебя есть хорошие организаторские способности, то ты можешь управлять, например, тоже на студвёснах группами, то есть писать им, когда нужно приходить на репетиции, куда. Да, да, да. Вот, то есть любая твоя способность, её можно реализовать в рамках университета. Ну, короче, если ты не занимаешься спортом, если ты хорошо умеешь организоваться, да. Вот, тоже можешь участвовать, да? Да, это, вот. Любая просто. В КФУ очень много возможностей. То есть вообще все, что хочешь, ты найдешь свое место, где ты можешь заниматься в университете. У меня еще вопрос про подготовление курса. Угу. Ты знаешь, вот такие факультеты есть в КФУ? Да, но так как я живу в России и на русском хорошо разговариваю, у меня подготовительного курса не было. Но у меня есть знакомые, которые проходили подготовительный курс, и в КФУ есть два варианта, или 8 месяцев, или 1.5 года. Но если ты уже хорошо знаешь русский или изучал, ты можешь выбрать 8 месяцев, и этого будет достаточно. Да и вообще, если даже ты русский плохо знаешь, главное — желание, и за 8 месяцев можно выучить спокойный язык. Да, yani, o demek istiyor ki, çalışırsa, yani iki türlü şey var. Mesela 8 ayda var, 1.5 sene de var. Ama siz çok iyi çalışırsanız Rusça, yani en önemlisi istemek. Çok iyi çalışırsanız 8 ayda da Rusça'yı geliştirebiliyorsunuz. En önemlisi istemek olduğunu söylüyor. Bu şekilde. Adelina, спасибо, что рассказывала. Спасибо, что пришла. Вот. Консе, можешь сказать что-нибудь студентами? Что советуешь? Потом заканчиваем. Ну, во-первых, хочу пожелать всем удачи. И если вы хотите приехать в Россию, у вас, конечно, много есть выборов. И Москва, и Санкт-Петербург. Но Казань для меня, я думаю, для иностранцев будет самое приемлемое, потому что, во-первых, в Казани не так дорого жить, как в Москве и в Петербурге. И образование здесь качественное дают. Вот. И здесь очень много студентов, то есть мне кажется, легко завести друзей. Да, да, вот. Да, точно. Но в плане финансов все-таки Казань будет самое приемлемое, удобное, и образование тоже здесь на высоком уровне. Короче, остальным вот, например, Москва очень дорого говорят, 3 раза больше, 4 раза больше. Да, определенно. Да. И она еще больше, там бешеный ритм, вот, а в Казани спокойнее, но тоже город большой достаточно, и возможностей тут тоже много. Все, спасибо. Пожалуйста. Evet arkadaşlar, yani Moskova'nın pahalı olduğunu söylüyor, Petersburg'un pahalı olduğunu söylüyor. Zaten altyazı ekledim, onları göreceksiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video. Спасибо, что попросили. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Video ben abone ol. Aynen. Videoyu beğenip abone olursanız arkadaşlar, böyle videonun devamı gelir. Şimdi görüşmek üzere, bay bay. Bay bay. Hoppa.